На обострение отношений между Саудовской Аравией и Ираном, которые занимают, соответственно, первое и пятое место по добыче нефти среди стран ОПЕК, немедленно отреагировали мировые биржи. На торгах в Лондоне стоимость барреля нефти сорта Brent сегодня поднялась почти на 2%. Специалисты опасаются перебоев в поставках. Вслед за дорожающими углеводородами в рост пошел рубль. На первых в этом году торгах на московской бирже евро опустился ниже отметки 80 рублей, доллар торгуется ниже 73.